Смотри, сосед с больницы вернулся. 2 недели не видать его было. Жену курицей обозвал, она ему 2 яйца снесла. С разбегу. Бригадир у нас хороший, бригадир у нас один. Ага, соберем все бригадой. Самар городок. Надо вам к врачу сходить. К какому? Психиатру. Это я знаю. Сходите, ладно? Алло, начальник, ты спишь? Это Андрюша. Я просто подумал, время позднее, ты сейчас ничего не делаешь в 2 часа ночи. И надеюсь, я тебя не побеспокоил. Просто на ночь глядя о работе думаю. Решил спросить, а можно я завтра попозже приду на работу? Ну, часика чуть попозже, в обед. Нет, я не пил. Да я... За мою зарплату должен не только ничего не делать, но и, мне кажется, даже чуть-чуть вредить. Никогда, слышите, никогда не говорите женщине, что ее с детьми никто не полюбит. Я вам скажу, есть такие мужики, которые любят женщин даже с мужьями. Тра-та-та, тра-та-та, к вам влетела красота, ни чижик, ни собака. Не самка вурдалака, не свинья, не а... Открой бутылку. Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился. Мужики, запомните, худая баба — враг в хозяйстве. Сама не ест и вам не даст.